Всем привет, с вами мистер Фрэнкин. Сегодня я буду показывать, как нам скачать нашу CSGO. Так, заходим сюда. Ну, я скину на ссылочку на сайт. Так, вот тут мы скачиваем кэш к вот этой игре. Скачать кэш. Ой, кэш уже вот этот. Дальше. Когда мы его скачали, мы должны скачать CS 1.6 клиент и CS 3D FVGS. Смотрите, вот этот, пишем CSGO, скачать CSGO клиент. Тут мы заходим CS 1.6 клиент, устанавливаем, и дальше CS FVGS. Заходим, устанавливаем. После этого всего мы должны зайти в ES-проводник. Да, он нам тоже понадобится. Без него, неудобно. Дальше. Так. Переходим в... Переходим в download. Тут мы ищем наш кэш, но я его удалил свой, так что... Мы нажимаем еще распаковать. Выбрать путь, SD-карт, Android, дата, кэш не с картинкой, а вот этот кэш. И вот сюда мы все распаковываем. Но я не буду это делать, потому что, во-первых, не кэш, и во-вторых, у меня есть. Дальше мы должны зайти в наш кэш. Тут мы нажимаем выбрать путь игровых файлов. И нужен Android, у которого будет все большие буквы. Тут мы нажимаем Android, дата, в самом низ, кэш. Тут и вот тут, когда кэш нажали, выбрать текущий каталог. Дальше. После этого всего нам надо нажать «Запустить». Но, как вы видите, у нас вошло в игру Half-Life. Она нам не нужна, поэтому мы выходим из нее. И... Переходим в CS 1.6 клиент. Когда мы перешли «Запустить», у нас появляется CSGO. Тут можно скачивать разные карты, разные скины на оружие. Это все я буду потом снимать, как это делать. У меня есть уже две карты. Так, давайте зайдем, к примеру, на тест. Сейчас загрузочка. Давайте я это все сделаю быстро. И вот, когда у нас появляется вот это, выбираем любого, кого вы хотите, террористов, контртеррористов. Ну, я контр. Вот такие юспики, у вас будет другой, и нож у вас другой будет. С управлением вы разберетесь. Глок у меня вот такой. Ходите, все работает. Очень интересно. Стрельба, конечно, не очень удобная, но вам надо... Это очень классная игра. Всем удачи, всем пока.